И вот около 1000 таких кирасир было брошено Наполеоном к ставке с приказом убить либо пленить императоров. Тогда вы понимаете, исход войны сразу определится. И вот эти кирасиры, как нож сквозь масло, проходят через кавалерийские расчеты, пехотные полки и уже приближаются к ставке. Ну а императоры, видя это, у них паника начинается. Они понимают, что сейчас неминуемо будут убиты либо пленены. И только наш император Александр I сохранил самообладание, ведь он знал, что его охраняют 300 лучших донских казаков, наш маленький лейб-гвардии казачий полк. Он вызвал к себе Орлова Денисова и приказал ему скакать за подкреплением. Позже вызвал к себе Ивана Ефремовича и приказал ему любой ценой остановить кирасир. И вот как вы думаете, какое оружие, одно единственное, берут в этот бой с собой наши казаки? Сабли, пики или пистолеты? Шашки. Сабли. Шашки. На самом деле берут они только пики, потому как толстый слой железа в защите у кирасир мог достигать сантиметра в некоторых местах. Саблей такую толщину не прорубишь, пистолетом не прострелишь. А пикой казаки могли колоть в незащищенные места, туда, где железа у всадника не было. Это шея, подмышки, пах. И вот так, представьте, столкнулись уже чуть меньше 1000 французских кирасир и всего 300 наших донских казаков, вооруженных только пиками, но мы видели, как они выглядели, никакой защиты не было. И ценой неимоверно больших потерь, каждый третий казак в полку был убит либо ранен, им кирасир остановить удалось и тем самым не только выиграть этот бой, но и спасти мир в Европе. Ведь представим с вами на секунду, не окажись их там в тот момент, история Европы могла сложиться бы совсем иначе. Вот подвиг 300 казаков под Лейпцигом. Ну а чем заканчиваются войны с Наполеоном? Наши входят в побежденный Париж, остаются там в качестве миротворцев. И как ярко и весело проводили казаки время в Париже, вы наверняка слышали. Хорошую память о себе там оставили. И вот гравюры немецкого художника Георга Опица демонстрируют нам то время. Вот, например, казаки жарят мясо на Елисейских полях. Ну, по сути, шашлыки в центре Парижа. И даже французский повар вышел посмотреть, что это такое происходит. Посещают рынки, музеи, выставки. Ну, подвалы вдовы Клико, конечно, не без этого. Но при этом везде за себя платят. Да. И оставили о себе там только лишь хорошие воспоминания. Вот, ну а следующий наш очень такой яркий и интересный факт относится к императору Александру II. Вы видите под номером 14 его портрет. Все да, дело. Да. Дело в том, что он нашему полку пожаловал полковой марш. И я уверена, вы эту мелодию прекрасно знаете. Вы ее в своей жизни слышали неоднократно. И именно эта мелодия сейчас у нас влияет на личные судьбы мужчин и женщин. Догадываетесь, какая? Да, свадебный марш Феликса Мендельсона – это полковой марш казаков-гвардейцев. Представляете себе такой факт? Никогда больше в истории, ни до, ни после этого случая, ни одна военная часть не имела военным маршем свадебный марш Мендельсона. А как же так произошло? Наши казаки под окнами Зимнего дворца собирались на русско-турецкую войну. И вот так они это лихо и весело делали, впрыгивали в седла, пели песни и шутили, что император из окон Зимнего увидел эти веселые старты и говорит окружающим его генералам: «Вот казаки молодцы, ничего не боятся и на войну едут, как на свадьбу». Тогда, услышав ключевое слово «свадьба», кто-то из генералов пошутил: «Так давайте им в качестве полкового пожалуем свадебный марш Мендельсона». Но император очень серьезно принял это предложение и нашему полку пожаловал именно эту мелодию в качестве полковой. Так что будете на торжествах у друзей, родственников, наличных, возможно, вспоминайте историю нашего маленького полка. Ну а следующий наш очень интересный экспонат относится уже к эпохе правления Александра III. Это подлинный сундук, назывался он подписной, и как и любая военная вещь, такой сундук подписывался. И сейчас с вами мы даже узнаем, кому же принадлежал именно этот сундук. Посмотрите на гравировку, как она хорошо сохранилась, все читаемо. Лейб-гвардии казачьего его императорского величества полка 2-го эскадрона казак Ларион Сидорович Скачков,
1884 года, декабря 5 дня, Санкт-Петербург. Из этого мы с вами понимаем, что именно в этот день в этом городе был изготовлен данный сундук. Был он стационарным, на войны за собой такой не возили. И стоял в казармах на обводном канале в Санкт-Петербурге. В таких сундуках казаки хранили справу свои личные вещи. Ну а когда службу они заканчивали, наполняли доверху гостинцами, подарками для каждого члена семьи. Здесь у нас возможен физический контакт, вы можете все посмотреть, серьезно? Потрогать. Конечно. И пошить. Ну, пошить можете попробовать, конечно. Только священник, или с вами тоже возможно? А мне нужно это? Да, кстати, машинка у нас фирмы Opel. Opel раньше выпускал швейные машинки. Правильно, кошелек нужно сразу проверить на наличие средств. Проверяй. Вот у нас сразу бравый казак. Просто деньги отдельно можно. Я жил на водном просто. Угу, там сейчас военные части находятся, где... Я пытаюсь сообразить, где я. И казак. Ну-ка. Они такие кирстарые, кирпичные. О, так вы же нам такие... на баяне играли. Адрес не знаете? Ну, это надо посмотреть. Похоже же. Да, да. И чуб такой же точно. То есть оригинальные рюмки 19 века? Ну вот рюмки точно не скажу. Могу вам сказать, что это кошелек, ремешок, письма, деньги, игрушка, платки. Ну этот, конечно, молитвенник современный. Вы видите. 17? Это вот 3 рубля, по-моему, 17-го, 93-го года. Не-не-не, наши чайки даже больно. Не, немножко можно так? Олег, тут штаб Южного военного округа, пожалуйста. Что? Штаб Южного военного округа. Угу. Да. Смотри, новая аватарка у нас есть. Так, да, надо фуражку вернуть на место. Фуражку вернуть, Олег Иванович. Все, сундук прикрываем осторожно пальцы. Угу. Ну и с вами мы движемся дальше. Да, это витрина «Наша гордость», потому как здесь представлен именно подлинный комплект формы. Вы видите, этот алый в центре, он настоящий, ему больше 100 лет. Мы это знаем доподлинно, потому как там внутри стоит соответствующее клеймо. Первая сотня, 1914 год. И именно в этом комплекте когда-то наш земляк охранял самого императора Николая II. Ну, а наш император, конечно, обращал свое внимание не только на красивую форму, но и, конечно, на нашего красавца-казака, на всех наших парней-красавцев из первой сотни. Но я не просто так говорю, что это были особые юноши. Вы видите серию фотографий. Это фото реальных людей, служивших в Зимнем дворце. Причем это действительно молодые парни, им 21 год, в этом возрасте они службы начинали. Какие у них густые, черные, окладистые бороды. Согласитесь, совсем нетипично. На самом деле это было требованием устава. Там прям было прописано, что казак первой сотни должен иметь густую черную бороду. И если у нашего парня борода росла плохо, то, увы, в Зимний дворец на службу он никогда бы не попал. Только тех, у кого борода росла хорошо, брали в Зимний дворец. На полу перед вами казачья сабля. Ну а также здесь у нас офицерский комплект, на котором сохранилось историческое серебряное шитье на воротнике. А также сумочка. Это та самая лядунка, которую мы с вами уже видели, но она так изменилась, стала более компактной, ведь уже появляются патроны, и патронная сумка тоже становится такой маленькой. Угу. Обращаю ваше внимание на эту витрину. Она посвящена уже эпохе Первой мировой войны. И после русско-японской войны все армии мира переходят на форму защитного цвета. В Первой мировой войне наш полк принимает активное участие. Также охраняет ставку верховного главнокомандующего и, конечно, принимает участие в боевых действиях. И в первые месяцы этой войны наши казачьи офицеры выглядят вот так. Вот такие комплекты формы были тщательно разработаны военными ведомствами. Все очень продумано, все под рукой. Два плечевых ремня поддерживают пояс, на котором находится кобура, сумка для бинокля, сумка, планшет. Все очень продумано. Ну а на левом плечевом ремне вы видите маленький кармашек и лежит там тоже что-то очень маленькое. Вот как вы думаете, что там может находиться? Да, хорошая версия, но нет. Табак. Еще какие? Угу. Нет, видите? Свисток. Да, вы абсолютно правы. Там лежит точно такой же свисток.
Вот перед вами подлинный роговой свисток времен Первой мировой войны. Ну а нужен он офицеру для того, чтобы отдавать команды. Да, в условиях боя голосовые будут неэффективны. А если сделать вот так... Сразу слышно. Да. Я просто подумал, что можно взять правой рукой и сразу засунуть. Да, да. Вот и причем, заметьте, все на шнурах специальных. Свисток на шнуре, пистолет на шнуре. Чтобы в бою ничего не потерять, все подвешивали на шнурки. Так что вот лайфхак. Чтобы не потерять, все подвешивайте. Проходит буквально пару месяцев этой войны, нашим офицерам приходится добровольно отказаться от такого продуманного снаряжения и перейти на вот такие простые гимнастерки, как у рядовых казаков. Сделано это было с целью маскировки, потому как по обилию снаряжения на ремнях вражеские снайперы на поле боя сразу вычисляли офицеров и убивали их в первую очередь. Были неоправданно большие потери среди командного состава, поэтому, чтобы еще больших потерь избежать, было решено перейти на такие гимнастерки. Вблизи отличить рядового от офицера можно было только лишь по погонам и кокарде, больше никак. Но еще такой небольшой бытовой штрих в этой витрине – это часы. Если помните, какие раньше были часы, карманные, на цепочке, с откидной крышкой, очень изящные, пользоваться ими в условиях окопной войны стало очень неудобно. Поэтому, находясь прямо там, в траншеях Первой мировой, наши военные вшивают свои карманные часы в такие кожаные ремешки. И таким образом Первая мировая война научила все человечество носить часы именно на руке, как мы с вами и привыкли. Ну а чем закончилась Первая мировая для России революцией и войной гражданской, я вас приглашаю дальше пройти. Да, а мы вот так с вами здесь аккуратненько станем. А давайте мы даже ее сюда перенесем, вот так. У нас тут все компактно. Да. Сейчас с помощью нашей дополненной реальности мы с вами перенесемся в пригород Парижа, в Курбевуа, и посмотрим, что же сейчас хранится там. Говорить будет один из потомков офицеров. Авторских фильмов. Слышите наш полковой марш? То, что вы видите сейчас на экране, единственная живая традиция Российской императорской армии, сохранившаяся до наших дней. После смерти последних гвардейских офицеров, живших во Франции, ее продолжают их потомки. Вынос штандартов под свадебный марш Мендельсона тоже одна из полковых традиций. Вот, собственно, с вами увидели, что хранится в Париже. Там, конечно, большое собрание, у нас небольшие осколки этой коллекции. Ну а известие революции наш полк встретил, находясь на фронте, и, как и вся императорская армия и гвардия, он был распущен. Наши казаки возвращаются на Дон, ну а здесь, вы знаете, зреет оплот сопротивления большевикам, и все ужасы гражданской войны проходят именно здесь, на юге России. Наш полк, распущенный советами, воссоздается вновь здесь, в Ростове-на-Дону, и поддерживает в большинстве своем сторону белого движения, за что позже жестоко поплатится. Вот так выглядят казаки нашего полка в годы гражданской войны. Согласитесь, нет былого лоска и величия, какое было в предыдущих витринах. Форма сильно деградировала. Носили на самом деле то, что могли достать. Ну а сейчас я вам предлагаю немного от темы гражданской войны отвлечься. И у этой витрины я расскажу вам о еще одном гвардейском полку с Дона. Это лейб-гвардии «Атаманский полк».
Да, создан он был в том же 1775 году, но для личной охраны атамана Всевеликого войска Донского. Вот так выглядели казаки-атаманцы. Темно-синего цвета мундиры, синий цвет Всевеликого войска Донского, очень красивого василькового цвета лампасы, выпушки на погонах, и даже бумага в канцеляриях этого полка была вот такого василькового цвета. Оцените уровень эстетики. Если сказать современным языком, у них был свой узнаваемый бренд. Так что мы ничего не придумываем, все это уже когда-то было до нас. Ну и вот в эти гвардейские полки, которые комплектовались на Дону, а служили в столице, были особые правила отбора. Сейчас на примере фигурок объясню. Предыдущий полк, лейб-гвардии казачий, в него отбирали только лишь брюнетов и темноволосых парней с Нижнего Дона. Близость Турции, шло смешение крови, люди здесь жили такие темноволосые, смуглые, похожие на турок. Ну а почему только таких? Потому что это хорошо гармонировало с их алыми мундирами, такой цвет волос. Это сочетание приятное глазу. А в лейб-гвардии атаманский полк отбирали только лишь блондинов и светлорусых парней с Верхнего Дона. Это вот станица Вешенская, Шолоховские места, туда на север области. Там такого смешения крови не было, люди жили более славянской внешности. И опять же, это сочетание также приятно глазу, это были блондины в голубом. Так что эстетика прослеживалась во всем. Парни, один рост, один размах плеч, один цвет волос. И даже лошади в каждой сотне полка были строго одной масти. Так что... То есть эстетика действительно была на высочайшем уровне. Но этот комплект, согласитесь, совсем на казачий не похож. Часто гости нам говорят полицейские или пожарные, что-то такое напоминает. На самом деле это одна из первых тропических форм, разработанных в Российской империи. И разработали ее наши казаки для похода в Абиссинию. Сейчас-то страна называется Эфиопия, находится в Африке. Николай II устанавливал дипломатические отношения с этим государством и отправил туда своих дипломатов. А чтобы их по пути никто не убил и не ограбил, к ним приставили казаков-гвардейцев. Ну а наши мужчины сразу сообразили, что погода в Африке будет не такая, как в Санкт-Петербурге, и разработали для себя такие облегченные комплекты. Вы видите хлопковые рубахи, патронтаж сместился на пояс, чтобы было не так жарко. И у англичан они закупили вот такие английские пробковые шлемы. Наверняка часто в фильмах про путешественников вы их видели. Действительно очень легкие, хорошо защищают от солнца. Наши сразу же перекололи на них свои памятные ленты, андреевские звезды и в таком виде сопровождали дипломатов в Африку. Под номером 25 вы видите фото реального участника тех событий, так что действительно было так. Ну и в годы гражданской войны лейб-гвардии атаманский полк также в большинстве своем поддержит сторону белого движения. И в этом полку служил молодой казак Николай Туроверов. У нас на Дону его называют казачий Есенин. Потому как, уйдя в эмиграцию очень юным, в возрасте 21 года, он всю жизнь писал стихотворения, проникнутые тоской по родной земле. И вот на одно из таких стихотворений группа Любэ написала музыку. И сейчас я вас приглашаю пройти к экрану. Да. Посмотреть небольшой видеоролик о тех событиях, окунуться в атмосферу исхода из страны. Да, вот такое трогательное видео, оно у нас мало кого оставляет равнодушными, и вы понимаете, что это не какой-то художественный замысел режиссера фильма, действительно было так. Коней бросали сотнями, и бедные животные метались по набережным Керчи, Севастополя, других городов Крыма, из которых пароходы навсегда уходили в эмиграцию. Лошади очень преданные животные, вы понимаете, что ни одно живое существо Черное море не переплывет. Но не понимая, следуя за хозяином, очень преданное, оно будет долго и мучительно захлебываться соленой водой и медленно умирать. А если пристрелить, смерть наступит мгновенно, и животное мучиться не будет. И вот здесь мужчины наши шли на такой самый тяжелый, последний для себя шаг, пройдя уже революцию гражданскую, здесь рушились самые крепкие мужские характеры. Куда уходят наши казаки? Сначала их принимает страна Турция, позже это Греция, потом королевство сербов, хорватов и словенцев. Ну и в конце концов, по большей массе они оказываются во Франции, в Париже. И кто они там? Наши лучшие военные, белая кость империи, как их историки часто называют. Ну, по сути, никто. Работают таксистами, шоферами, метрдотелями. Целые казачьи смены работали на французском заводе Рено. И даже шахтерами работали наши казаки. И вот так закончилась история воинской элиты Дона. Два века полных подвигов и побед были вот так практически забыты и утрачены. Особенно в годы советской власти. В той стране идеология была категорична.
Считалось, что в гражданскую одни правы, другие неправы, но мы, даже проникнувшись большим уважением к этим людям, не можем сказать, что они были правы в гражданской войне. Большой беды наделали все, и поэтому на наших экскурсиях мы никогда не даем никаких политических оценок. Вот на этом наша историческая часть экскурсии заканчивается, на такой грустной нотке. Но чтобы мы на таком моменте с вами не расставались, я приглашаю вас на вторую часть, на часть гастрономическую. И не просто приглашаю, а под звуки нашего полкового марша. Сейчас будет немного громко, но будет ярко. Можно проходить парами, заходить. Прям вот так. Оставляйте, мы все уберем, все нормально. Да, 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 все, все, оставляйте. Ага. Да, проходите. Да, уважаемые гости, проходите, чтобы мы видели, что для каждого у нас заготовлена пара. Пожалуйста. Ну и на этой части мы познакомим вас с очень красивой, но, к сожалению, уже забытой гастрономической традицией Нижнего Дона, традицией полуденного кофепития. Ну или, как говорят на Дону, кохви или кофа. Наверняка уже слышали. Ну откуда же кофе взялся на Дону, вам расскажет вот эта красавица. Уважаемые гости, натуральный кохви мы стали пить около 2 веков назад. А все благодаря тому, что наши бравые мужчины-казаки регулярно ходили в походы, в том числе и в страны южнее, в Турцию. По своей сути, эти походы были разбойничьи, цели которых был грабеж. И помимо одежды, оружия, лошадей, всего необходимого для жизни, наши бравые казаки на Нижний Дон приводили самых молодых красивых девушек. Куда доходили, оттуда пленницы приводили турчанки, персиянки, украинки. И в один из дней мой отчий дом тоже пришел казак и увел меня на Нижний Дон. Мне тогда было 14 лет. И аромат свежеваренного кофе мысленно водит меня на родину, в Турцию. И именно мы, молодые турецкие девушки, научили грубых датских мужчин пить такой изысканный напиток, как натуральный кохви. Раньше мы кофе готовили в медных кофейниках, а для дорогих и уважаемых гостей мастера Донского государственного технического университета изготовили эту мраморную кофеварку. И мы его готовим турецким способом, но кохви по казачьему старинному рецепту. Сразу скажу, что на одну турку идет небольшая ложка сахара. Кто любит послаще, пожалуйста, уважаемые гости, на столе представлен сахар. И по сей день мы гордимся тем, что раньше всех в нашей стране мы стали пить этот напиток. С одной стороны, бывшая турецкая крепость Азак, ныне город Азов, совсем рядышком, 30 километров от Ростова. Порт Пяти морей, торговля шла со всем миром. А с другой стороны, станица Черкасска, ныне станица Старая Черкасская. Также торговали со всем миром, и сюда приходили наши хозяюшки, покупали зерна для натурального кофе. И поверьте, тогда кофе стоил гораздо дешевле, чем чай. И ежегодно, ежедневно, вернее, каждая казачья семья могла позволить себе чашечку свежесваренного натурального кофе. В то время как в наших столицах, в Санкт-Петербурге и в Москве, натуральный кофе могли позволить себе только состоятельные семьи. И о традиции полуденного кофепития расскажет моя подруженька-казачка. Да, перейдем с вами к традиции. Конечно, она была преимущественно женская. Ведь наши мужчины всегда на сборах, на военной службе. Хозяюшки часто оставались дома одни, и все тяготы домашней жизни ложились на их плечи. Вставали наши хозяюшки очень-очень рано. Дел по дому было много, нужно было и худобу убрать, и воды натаскать, и свекрови восточать, в конце концов, что значит угождать. Но и за всеми этими делами женщинам нашим некогда было утолить свою самую главную женскую потребность. Это пообщаться, поговорить, узнать новости, сплетни. За всеми этими делами, конечно, не успеешь. Поэтому, как только солнце к дубу, то есть полдень, все дела по дому прекращались, и хутора и станицы Нижнего Дона наполнял вот такой вот стук. Я вам продемонстрирую. Выходили хозяюшки на крылечки и толкли кофейные зерна. Ну а позже собирались обязательно коллективно
и начинали пить кохви. Ну а с чем же кофе пили? Кофе на Дону пили с мамонами. Знаете ли вы, что такое мамоны? Так называлась выпечка. Любой вид выпечки. Бурсаки, котломы, розанцы, пирожочки. Все это собирательно называлось мамоны. У вас на столе мамоны представлены. Они свежеиспеченные. Продегустируйте с нашим кохвием совсем скоро. Помимо этого, кофе пили с каймаком. Каймак – это что-то вроде запеченных сливок. В остывающую печь ставили молоко, и оно не должно было ни в коем случае томиться. Оно должно было, точнее, кипеть, оно должно было томиться. И вот несколько часов оно томится в этой остывающей печи. Появляется уже вот эта прослойка сливочного масла, очень жирно и вкусно. И вот с этой массой в полдень пили кофе. Но согласитесь, мы сейчас с вами пьем кофе со сливками, и никакого удивления это не вызывает. Но самый восхитительный факт в том, что кофе на Нижнем Дону казачки наши пили с оселедцем. Догадываетесь ли вы, что такое оселедец, уважаемые гости? Селедка. Да, это селедка. Донская селедка наша знаменитая. Как же так вышло? Вы знаете, селедка рыба морская, но весной в Дон она заходит на нерест. Нагуливает здесь жирок, становится уже такая вкусненькая, жирненькая. И когда-то наша казачка-гурманка додумалась совместить сладкий кофе и едва соленую жирненькую селедочку. И это составило прекрасную гастрономическую пару. Ведь вы знаете, что все кухни мира построены на этом принципе. В сочетании несочетаемого. Всегда ставим в пример азиатскую кухню. Там же все кисло-сладкое, соленое, а весь мир ест и всем нравится. Вот здесь тот же самый принцип. Да, совсем скоро мы подадим вам кохви, вы оцените его вкус. Так. Альбина, почему вы мне рассказали, когда вы спускали про Тураверова, сказали, это очень грустно, но я закончил посуду казаков. Тураверов же в французском регионе служил, и в банке потом работал. Это такой, на самом деле, и скорее исключение, чем правило. Конечно, не все печально заканчивали свое существование. Вот Иван Сагацкий, там также у нас представлен в экспозиции, он закончил Сорбонну, преподавал. Конечно, не все, но действительно для многих это стало таким очень трагичным событием в жизни, и не все смогли после него восстановиться, скажем так. Да, приглашаю вас понемногу к столу, будем подавать кофе. Так. Сразу скажу, что карточки не привязаны к картинкам, это наши красивые гастрокартинки. И все вместе попробуем узнать, что же каждое слово обозначает. Хорошо. Так, переворачивайте пока карточку и знакомьтесь со словом, пожалуйста. Он местный, попробуй, честно. Так, у вас я... сколько? Две карточки? Одну? Одну. Если я даже просто две... буду пока держать. Да. Да. Давайте, я сейчас поухаживаю. Подождите. Ухаживаю.